Привет, друзья! Сегодня 6 ноября, 8:30 время. Я решил поехать опять той дорогой в Сокур. То есть это Петровскому тракту и дальше туда. Не знаю, может, до Сокура я не доеду, в зависимости от времени. Как там по времени получится. Не хочу темно, когда ехать. Сейчас дожди у нас вот эту неделю. Но сегодня вроде бы обещают, что будет, не будет дождя, будет просто пасмурно. Утром был дождь. Сейчас где-то градус 3 всего температура. Решил я ехать не через Шехурдина и Московское шоссе там с выездом на Петровский тракт, а через Кумыску. Так, в лесу сейчас покажу. Ну вот осенний лес, ноябрь, уже все опало. Очень похоже на то, как выбывает лес весной, когда снег сходит. И, правда, здесь вот грязи больше намного, чем сейчас. Но очень похоже. Хотя местами вот еще есть какая-то зеленая травка там проступает. Даже было видно, что немножко снег выпадал. Вот осадки со снегом. Так, в принципе, комфортная погода. Не могу сказать, что какие-то есть с этим проблемы. Просто одеться нужно как бы с запасом. Ну вот, я сейчас, значит, спущусь там вниз до, получается, Гвардейской, по Чайковского, а дальше по Буровой и уже туда на Петровский тракт. То есть мне выгодно, я не буду проезжать здесь через город, через, в общем, там, через Елшанку сразу прям уже попаду на выезд. Еще темно было, где-то я выехал, ну, только-только начал расцветать. Где-то я выехал, сейчас скажу, ну, почти в 8. 7:50, где-то 8. Поэтому сейчас такое время. Ну, скоро будет еще месяц и нет, побольше. Самые короткие дни. Ну, вот поворот в сторону, значит, у нас... туда, там 6-й дачный, 7-й дачный, вот. Я, ну, сейчас, в принципе, хорошо вот на велосипеде в лесу кататься. Я не могу сказать, что грязи много. У меня хоть часы и стоят, крылья я поставил, уже езжу где-то с месяц, но, в принципе, сейчас, мне кажется, здесь можно кататься и так вот как-то уходит быстро влага вся. Лес все-таки... песочек тут вот. И получается, в общем-то, грязи нет. И можно и гулять, и пешком ходить. Так что, если кто сомневается, рекомендую навестить лес. Давай. Какой-то небольшой такой, как бы туман есть. Но это все-таки, наверное, потому что был дождь и какая-то остаточная влага в воздухе. Так, я много, наверное, не буду записывать, только какие-то характерные, основные там моменты. В принципе, дорогу я уже ездил. Может быть, что-то будет, какие-то мысли. Я поделюсь. 10:30 время, я проехал Визовку. То есть 2 часа, в общем, я ехал от Кумыски. Такой вид открывается туда. В сторону Мизино-Лапшиновки. Наверное, видно, не знаю, нет. Хлебновка, там факел. Обычно вот там едем грунтами. Градуса 3-4 сейчас температура. Небо такое. Серое. Ноябрь месяц. Природа унылая.
Летом было здесь по-другому. Одиннадцать часов 17 минут. Я доехал до такого вот места. Привал. Сейчас сделаю. Так, покушаю. Это совсем рухнуло. Эта конструкция такая. Я еще ее застал, когда она нормальная здесь была. Хорошо, удобно было есть столик. Теперь вот, конечно, больше такого нет. Да. Ну вот такая унылая пора, да, чай очарование. Ну вот она сейчас очень унылая. Да тут тишина. Помолчу. Ну вот интересное состояние сейчас, конечно, в природе. Все затаилось, замерло. В ожидании прихода холодов, зимы, мороза. Да. Ну, я сейчас, в общем, поем, поеду дальше. 12 часов. Время. 12.11. Я уже отъехал отсюда. Я не стал внутрь заезжать, там будет грязь. Обычно я там до церкви доезжаю, поворачиваю, но сейчас еще что не буду, потому что там будет лужа, грязище. Еда у меня есть, мне магазин не нужен, поэтому я до вывески этой таблички доехал, повернул. Вот. Сейчас ветер, получается, у меня уже попутный, северный ветер. Попутный, но он не сильный. Но все равно приятно поддувает. Вот немножко дорога идет, такой небольшой спуск перед ручьем. Я быстро не еду. Просто решил, что лучше до темноты, когда ехать домой. 5 часов уже. Желательно выезжать в город с гарантией, чтобы не ехать по совсем уж таким сумеркам уже осенним, поздней осенью. Грунты сейчас такие вот, уже не поездишь. Даже лужи стоят на этом самом, ну, на дороге, и уж подавно там где-то полевыми дорогами сейчас вообще не вариант. Ну, может, где-то есть, конечно, там, где щебенка, ну, щебенка с этим смешана, с камушками, может быть, там можно проехать, но вот таких, на самом деле, не так много мест. Ну, а так, в целом, поездка мне нравилась, можно сказать. Никаких проблем там с продуванием, с холодом нету. Руки в тепле, ноги тоже. Две пары носок я одел, довольно таких плотных. Зимние ботинки такие шимановские. Но они удобно, что воду они тоже непроницаемые, как бы, то есть, если что-то брызгает из-под колеса, то внутрь не попадает, удобно. Вот. То есть двое штанов, таких непродуваемых. И внизу тоже такой теплый, скажем так, с флисом. То есть получается три слоя.
Здесь, значит, а сверху три слоя. Да, с длинным рукавом. Такая джерси вело. Потом такая тоже. И сверху плотненькая. Такая тоже непродуваемая, ну или слабо продуваемая. С начесом. Все, короче, с начесом я решил одеть. И не прогадал, потому что когда я остановился, и чтобы покушать, пообедать, наверное, получается так, то я чувствовал, что я стал замерзать. Реально, и варежки взял такие вот. Потом захотелось их одеть. Сейчас я в них еду. Потому что когда постоишь чуть-чуть, то все мгновенно прям остывает и становится очень-очень холодно. Ну, такие вот осенние, в общем, выезды. Это, конечно, не то, что летом, куда-то далеко там можно, так сказать, куда-то убежать, уехать. Но пока нет снега, я думаю, я буду ездить. Ну, пока дорога, нету льда на выезде. У меня шипованных нету покрышек. В принципе, теоретически, я думаю, на таком велосипеде можно было бы зимой ездить. Ну, 40-вая покрышка стоит у меня. Но протектор там такой, что, в общем, она плохо будет на снеге, она не будет держать. То есть, наверное, не получится на нем ездить зимой. Ну, если ты прям как повезет, что там будет сухой асфальт. И аккуратненько так это, как бы, это можно. Или жижи, когда, кстати, может, даже вот выгодно, когда плюсовая температура, там, оттепель, то крылья есть. То есть дорога обычно какими-то реагентами покрывается она. Мало где бывает лед. Главное, чтобы не было глубокого снега, такой прям совсем уж жижи. И можно ездить. Но это посмотрим, что будет. А пока я думаю, что вот в таком режиме-то можно кататься. Плюс 3, плюс 4. Ну, я пока не чувствую особых проблем именно вот во время езды. То есть едешь себе, едешь, да, лишние вещи какие-то берешь с собой. Ну, вот, кстати, даже вот воду уже сейчас я не беру. Ну, это бессмысленно, потому что, наверное, если в бачках ее везти, то она будет после ледяная. Холоднее даже, чем из родника, из земли. Поэтому в термосе чаек нормально, он еще пока тепленький. Хоть как-то более-менее, опять-таки, для пищеварения такой холодная вредная еда. Так, такие заброшенные здесь встречаются хаты. Ну, кстати, вот интересно, что здесь как бы низина, но вообще ни леса, ничего нет. То есть вот холмы такие вот. И вдоль речки только вот этой стоковки только есть такие. Сейчас мы, кстати, подъедем к ней. Она сейчас осенью тоже в такое время интересное состояние. Кстати, отличается даже вот цвет воды, вот как весной и сейчас вот. Он, кстати, сейчас довольно чистый. Я вот смотрел там в одном месте. Ну, где сейчас моста, сейчас тоже посмотрим. Машин мало тут вообще нет. Одна-две штуки проехали вот. И все. Вот этот старый мост. Еще клепанный. Не знаю, дореволюционный он или нет. Клепанная, кстати, это надежная очень конструкция. В принципе, она даже прочнее, чем сварная. Просто более трудоемкая. Ну вот, сейчас. Река. Собственно, конструкция такого моста. Как он сделан? Вот уголки здесь вделаны в такую деталь. Да, много здесь было труда. Такого именно ручного. Так. Ну вот не спеша несет свои воды речка Сокурка.
сейчас, кстати, течение уже не такое, как бы, бурное. Хотя, в принципе, дожди были. И главное, что вода, кстати, довольно чистая. С этой стороны. А здесь с этой стороны, наверное, немножко поживее. Да, здесь, наверное, заужение, и она быстрее. Где расширение русла, там, конечно, она медленнее поток идет. Где сужение, там быстрее. Так. Следы выпуска скота здесь прям мощно исхожены. Все. Ладно, поеду тогда. 13 часов время, я уже обратно еду в районе Красаковки. А вот хочу показать такую интересную штуку, старый мост. То есть дорога шла вот здесь вот когда-то, Сокурский тракт. То есть вот оттуда, это на Саратов, и это туда на Сокур. И что интересно, сейчас покажу. Я не знаю, правда, но явно по самому конструктивному и архитектурному исполнению это все-таки, я думаю, дореволюционный все-таки мост. Потому что если вот посмотреть, как, значит, здесь сделаны все элементы. Так, получится, что ли, спуститься здесь? Нет, непонятно, что здесь. А, вот. То есть... Ну, стиль модерн явно здесь виден, хотя бы даже вот в этих элементах. То есть, может, с той стороны, кстати, вот, наверное, лучше показать. И, кстати, качество вообще изготовления весьма добротное, вот если сейчас. А это новое, то, что сделали вот на новой на дороге. Две трубы просто туда сделали все. Так, сейчас с этой стороны, наверное, будет лучше видно. Я хочу сейчас просто вот вдоль того ручейка еще прогуляться, у меня время есть. Да, вот отсюда, кстати, даже лучше видно. Ну, как интересно вообще. То есть получается, что, в общем-то, столько... Уже век целый, наверное, прошел. И вот, если посмотреть по качеству самому вот этого вот, мне даже не надо, это не штукатурка, наверное, просто отделка внешняя бетона. То есть, уровень, ну как бы сказать, я не знаю, ну, наверное, это... высочайшего уровня, то есть, причем это вот, казалось бы, где-то в каких-то вообще дырах уже, здесь же, ну, что это, ну, да, тракт был такой, но все тем не менее. Что тут внутри как? Ну, очевидно, здесь какой-то, может, ручей должен был протекать, не знаю. То есть, и причем самое интересное, что даже несмотря на то, что по нему здесь, конечно, никто не ездит, но... просачивания практически нету воды, но тут вот есть какие-то следы, там зеленые, не знаю, плесень или что-то такое. Ну вот. Да. Иногда встречаются здесь такие места, видно, что дорога шла где-то раньше по другому месту. Ну вот, собственно, состав, наверное, этой смеси. Кстати, он не такой, как сейчас. Сейчас... какой-то серый такой, а здесь он какой-то более желтый, ну, немножко состав у него. Вот здесь даже арматура видна. Да. То есть делали, как бы сказать, со вкусом. Я сейчас, пожалуй, наверное, попробую вот туда немножко углубиться в лес.
в принципе, запас часа у меня есть, но я не знаю, там сейчас будет грязь или нет. Хотелось бы, конечно, завязнуть там. Посмотри, как у меня покрышки с этим, они такие 40-е. То есть к ним, в принципе, грязь-то не сильно липнет, но держат они плохо на таких грунтах, на влажных. Поэтому надо будет сейчас посмотреть, как еще можно забиться между крылом и покрышкой. Неприятная вещь. Вот еще раз это место. Все равно вот так вот шла дорога. Кстати, вот там дальше видно, что там... Я сейчас так пальцем примерно покажу. Вот здесь вот она шла. Не здесь, как сейчас новая дорога, а вот здесь. Потому что я когда наверх въезжал, я там видел какие-то остатки еще покрытия старого. Там валялись сбоку. Я думаю, откуда они здесь взялись. И посадки, получается, с одной стороны здесь вот есть, с другой стороны. То есть вот так вот шло. И, кстати, там еще дорожный такой столбик еще остался бетонный. То есть именно с этой стороны. Вот так вот. В таком грунту я сейчас еду. Нормально. Если он такой дальше будет, то как бы не сильно налипает, но не такими какими-то огромными объемами. И крылья не забиваются. Хотя там в одном месте, конечно, чернозем прям такой жирный. А я сейчас к этому лесу, собственно говоря, подъезжаю. Цель какая? Цель посмотреть, какая там дорога в лесу идет. Просто интересно, я ни разу не был здесь. Только в следующий раз, это когда уже весной все высохнет, потому что здесь, мне кажется, грязюка будет страшная потом, после, даже в марте, наверное, только в апреле, в мае. Тут что-то еще можно будет как-то ездить. Короче, полгода точно не попадешь сюда. Потом исток найти этого родника, ключа. Вот что интересно. Здесь довольно каменистая, кстати, даже дорога идет. Это хорошо. Вот это место, которое я в прошлый раз смотрел на него. Здесь стоит табличка. Засыпьте костер. Попробую сейчас въехать в лес. Наверное, пешочком поднимусь. Вот сколько хватит. У меня есть карта, я топографичка. Я потом посмотрю, где там выезд в сторону этого родника. Кстати, такой лес, что видно, это какие-то охотничьи, может, угодья. Везде вот такие сделаны конструкции из дерева. В общем, наверное, я думаю, не специалисты в охоте, наверное. Чем они здесь каким-то расстоянием разбросаны, наверное, типа как по номерам, что ли. Он зверь идет, и он это с одного на другой, наверное, как-то... Короче, не знаю. Надеюсь, стрелять сегодня не будет здесь никто. Так, вот далеко я не могу слишком уезжать, времени не так много. Сейчас посмотрю, сколько у нас осталось по карте. Если это далеко источник, то тогда нет смысла. Тут, в принципе, ехать можно, просто подъемчик довольно крутой. Я пешочком иду. Неохота силы тратить, еще обратно ехать. Я, в общем, смотрел сейчас по карте, по Андрозику. Я Андрозик ставлю в телефон и топографичку бросаю, и она уже привязана и прям, ну, нормально показывает мое положение, мои координаты. Значит, ну, в общем, долго еще идти. Наверное, метров, не знаю, 800, может, километр. И там потом еще просеки какие-то там такие... скажем, во враг, да, который должны уходить. Наверное, не поеду сейчас. Там проще, наверное, его даже найти. Надо было идти вдоль самого ручья. Я даже, мне кажется, что... Сейчас понимаю, что даже, наверное, было бы проще так его найти, этот источник, чем ковыряться здесь через лес. То есть, наверное, летом здесь вообще прикольно, но сейчас... Не знаю. Нет, ну, в принципе, в любое время в лесу хорошо, но сейчас как совсем все скучно, грустно. Вот. А там, если идти сейчас, там будет грязь сильная. Дорога там уходит к крытому, к ручью. Но, в общем, завязнуть здесь можно по уши. Не буду я связываться с этим делом.
Поеду, пожалуй, я прочь отсюда. Вот так же вот чей-то ручеек этот. Я сейчас покушал. Немножко сейчас постою здесь, в этом месте безмятежном. Ведь уже, наверное, через месяц точно здесь, наверное, все будет сокрыто снегом от глаз. И ручеек только таким черным будет здесь казаться. Такой черточкой линией. Вообще место хорошее, мне нравится. Здесь в Клане ничего хорошего. Здесь дорога рядом. То есть можно доехать сюда без проблем. То есть даже если дождь какой-то застанет, не увязнешь здесь. В то же время дорога такая, что по ней можно сказать, что и трафика нет. И вообще отлично. Здесь вот даже, в принципе, вот это место и то, оно, в принципе, идеально для того, что здесь разбит лагерь. Вот углубиться сюда немножко, вот сюда вот встать. Прям вообще отлично. С одной стороны здесь получается ручей. То есть набрал воду, скипятил все, что-то помыл. Вода чистая, то есть там уже никакого выпаса скота дальше нету. 100%, потому что там уже лес и начинается, там уже никто туда не это. С этой стороны слева, где там есть поле, там я видел, коровы паслись. Коровы, овцы были. Один раз, правда, только всем попались. А здесь точно нет. Причем здесь вот здесь глубина такая, что ну, сантиметров, наверное, 15-20, как раз под такого среднего размера котелок прям зачерпнуло все, и она чистая. Конечно, так вот сырую пить я не знаю, но тут она все-таки протекает где-то и по земле, что-то такое. Открытый все-таки получается как бы источник, если бы он был как родник у нас в лесу, то есть там прям сразу вытекает одно дело. А здесь все-таки он открытый, лучше все-таки, наверное, кипяченую, если такую пить-то. Но она чистая здесь. Так бежит ручеек. К сожалению, есть следы пребывания, так сказать, наших сограждан в виде пакетов с мусором и бутылок. Ну, это вообще, конечно, блин, не же трудно самое убрать, чем чаще всего это на машинах приезжают люди, то есть. Не пешие туристы даже какие-то. Ну вот так, значит, и что здесь? Вот здесь чуть-чуть крапива, даже вот осталось, кстати, она зеленая. И прям, да, прям уходит, туда уходит. Ну там можно выйти, там есть полянка, есть такая типа стоянки со столиками, ну дальше. Ну там, не, я бы не сказал, что прям очень красиво, ну тоже хорошее место. А вот еще дальше надо попробовать как мне потом пройти, но, наверное, сейчас я это не буду делать. Когда сухо будет. И времени больше запас. Ну там, да даже, вот в принципе, я говорю, даже здесь вот можно встать, вот без проблем вообще. Но главное, что получается от ветра закрыто, то есть какой-то вал такой, закрыт от ветра со всех сторон. То есть здесь лес, там пригорок тоже красивый. Было бы вообще, конечно, классно, это вот на пригорке там где-нибудь встать, палатки разбить. Здесь то что-то такое, костры, то есть приготовить все здесь внизу, например. А потом уже вот палатку туда идти наверх. Тут там точно никто не придет уже ночью. И в общем, и там наверху-то, а тут вид, наверное, вообще классный, открывается на туда, на дальше, на лес. Здесь, конечно, как бы хорошо, но здесь нет, получается, вида. А там есть вид. Ну, правда, спускаться вниз опять что-то, если нужно помыть, то это тоже не очень удобно. Такое вот местечко. Вот можно послушать, какая тишина. Слышно только ручей. Вот так уже журчит. Он как будто говорит со мной. Приходи еще, приходи еще, приходи еще. Будем рады, будем рады. Буду рад, буду рад. Ну-ка.
Реально прям говорящий ручей. Ну, наверное, я думаю, я на этом закончу свое это дело, запись это, потому что, ну, что там дальше, я сейчас поеду через это, через Визовку, там уже, там, ну, там есть, в принципе, красивое место, тоже есть этот вот Черналь-Шатник Визовский, но он сейчас, наверное, здесь, да, там все уже такое вот опавшие листья. Ладно, может быть еще там где-нибудь, в принципе, какие-то мысли, если в голову придут. Так, тут даже сделано, вот удобно, кстати, проезжать, если кто на машине, например, в лес. Ну тут явно, я говорю, какие-то охотничьи эти угодья постелили такой щит деревянный с такими этими... Пригорок вообще классный, конечно. Три часа время. Я заехал в Губаревку. Губаревку. Губаревка, наверное. Ну вот это интересная, да, реликтовая сосна. Или, наверное, какие-то... Не, сосна, это не лиственница, она зеленая сейчас стоит. Единственное, наверное, здесь дерево зеленое. Все остальное здесь. Остатки этого парка я тогда показывал. В августе, что ли, я ездил, забыл уж я. Сюда я заезжал. Ну вот, интересно. А сейчас вот только она зеленая стоит здесь. Как же с какого-то ракурса такого. Тут цвета сейчас нет такого, чтобы прям вот ее подсветить. Ну, в общем, она вот такая вот сейчас. К сожалению, получается экспозиция наоборот на небе. А это темным дает. Липы старые, все, уже опало, клены. Небольшой делаю привал. Время есть у меня запас. То есть здесь 2 часа я ехал до Визовки от Кумыски. Ну, где-то, если я сейчас, скажем, даже минут 10-20 я здесь посижу, то я как раз нормально доеду. Слишком тоже приближать рано нет смысла. Уже и так много насиделись дома из-за дождей. Поэтому лучше на свежем воздухе сейчас отдохнуть. Как бы сказать, впитать еще остатки вот этого вот. Земля, кстати, не холодная, я вот на ней сидел. То есть еще говорю, вот эти остатки тепла от земли можно еще ощутить лето. Да. Птицы поют где-то там. Такое вот место. Ну, я, наверное, в общем, на этом закончу свою запись. Я не знаю, последний это выезд или нет, но бред-то я точно уже в этом году больше уже ездить не буду, потому что холодно. В
Правда, я ездил, когда через Откар последний раз, я как у меня было внутреннее ощущение, что все уже. То есть на этом велике, как бы теоретически-то вот, если на него посмотреть, на нем можно ездить, конечно, но это, конечно, не камильфо. Но он удобнее, кстати, вот если интересно, что на нем даже удобнее, у него как-то спина вообще не устает. Может быть, он немножко геометрия рамы другая. Вот. Но как бы теоретически-то можно поехать 200-ку, но на таких покрышках это, конечно, наверное, бестолковое дело. То есть, если, наверное, все в этом сезоне 200-ку уже ездить я не буду. Так вот, такие выезды буду делать какие-то, скажем, проехаться просто, отдохнуть от, как сказать, от города, собраться с мыслями, а так целенаправленно марафон, ну, не вижу в этом сейчас смысла. Поэтому, если и будут выезды, то, наверное, вот такого плана, как сейчас. Ну все, так, сейчас и я... Вот, пожалуй, я сейчас должен сказать заключительное слово на сегодня. То есть, в общем-то, то, что задумано мною, я сделал. То есть, я проехал до Сокура, нормально, я показал. Никаких проблем не было, абсолютно все. Проезжаемое, не холодно. Ветер хоть и северный, писали, но он такой. 1-2 метра в секунду максимум, не ощущается вообще. И это хорошо. Когда пронизывающий ветер, сейчас влажность, наверное, под 100%, это было бы очень, как сказать, выматывающий, ну, лучше, чтобы как сейчас, это нормально. Так. Ну, остается сейчас немножко отдохнуть и поехать домой. Всем счастливо. До новых встреч. Всем всего хорошего, здоровья. Увидимся на дорогах.